Morrison. Нет, тетя, больше я этого терпеть не стану. Ты хоть представляешь, в каком аду я живу последние 10 лет? А я 10 лет в урне посидел. И я в урне. В мусорной урне для изгоев общества. Ты хоть знаешь, что говорят в нескольких районах Нью-Йорка, когда ребенок писается за страху в штаны? Ему говорят, ты да и встанешь, что ли, сынок? Меня не выслушал.